Добрый день, мы находимся в Минске. Здесь только что завершился матч Минское дерби между командами Зубры и Литвины. Счет 8-31 в пользу команды Литвины. И с нами самый ценный игрок нападения в составе Зубров в этом матче, бегущий Александр Кривонос. Александр, расскажите, в чем, на ваш взгляд, главная причина того, что всего лишь 8 очков сегодня такое продуктивное нападение смогло набрать? Литвины, видимо, подошли более ответственно к подготовке к матчу и разобрали нашу игру по полочкам. Все было разложено, брали все наши выносы, читали игру. Несмотря на это, у вас все равно достаточно много хороших, приличных выносов. Это стало ли результатом индивидуальных ваших действий или все-таки ваша линия помогала вам хотя бы где-то? Возможно, где-то помогала линия, но мне кажется, это больше минус Литвинам. Где-то они ошибались, скорее всего. Хорошо, скажите, пожалуйста, было много у вас моментов, когда, как говорится, вот-вот и все, и уже вы можете заработать очки, но чего-то не хватало. Скажите, опускались ли у вас руки, или вы верили все-таки до конца, что сможете что-то сделать? Конечно, верил. Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Следующая игра у вас с Утками в Воронеже. Как вы хотите на нее настроиться и чего вы ждете от нее? Может быть, порадуете нас какой-то результативностью в ней? Очень хороший вопрос. Мне кажется, тут ответ должен быть только один. Мы хотим выиграть и будем готовиться серьезно к ней. Спасибо. С нами был Александр Кривонос.